Я не говорю. Да хочешь? Лекарства подорожали, пиздец. Было 30 рублей по 101. Это лимона искал, по-моему, в благе. 500 с чем-то рублей. Холик хочу, кто там засел. Ну и душ на трубу не занят, и трубу не занят. Не знаю, кто там мужиков пришел. Каш, ты не хотела. Руся, как дела? Вот, знаешь, Руся, ты мне отправился в адрес. Ой. А то так себе подойдет, это очень было адрес. Что там на... Это у меня на верху. Я отправляю, что ты не добралась. Его одно лицо там, как конь, блядь. Конечно, вроде ты заняты будешь. Саня сегодня общался, он говорит, как вы должны взять. Там говорит, особых требований нет. Примерно такие же, как и на права, говорит, тоже права есть. Проблем не должно быть. Его, что в благе депо нету. Через депо, говорит, проще устроиться, а у нас ближайший депо только 2 года.
Еще руки такой загружены. А, он играет. Он что-то залун. Я думал, по шее получил. Так. WhatsApp. Мама всегда так говорит. Я говорю, там коронавирус пришел. Я говорю, ты руки только мало после коронавируса. Это посылки с Китая пришли. Говорю, руки мало. Ешь, пей, веселись, а завтра умрешь. Да, братан, блядь, так не говори, ну и нахуй, блядь. Как ты меня направляешь, какой хрень. Вообще позанимаю. У меня на работе часы закончили, я грязных клиентов. У меня ноги воняют, брат, что ваш капец все работает. Кто-то вышел. Я не голоден, честно говоря. Вы что, поели? Да, мы едем. Вы все второй подъезд. Второй подъезд. Я написал, у нас второй подъезд. Не знаю.